В библиотеке поселка совхоза имени Ленина прошло памятное мероприятие, посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Он отмечается в начале апреля. В небольшом зале учреждения собрались жители, школьники, участники местного клуба пожилых людей «Золотая осень». Всего в поселке проживает 8 бывших узников концлагерей, но здоровье не всем позволило прийти на мероприятие. После небольшого вступительного слова собравшимся был показан документальный фильм. Германия напала на Польшу и в течение нескольких недель разгромила ее армию. 21 сентября Варшава пала. Отдать дань памяти тем, кто выжил в нечеловеческих условиях, пришли руководитель территориального отдела «Картинский» Андрей Извеков и представитель главного акционера ЗАО «Совхоз» имени Ленина агрохолдинга «Рота Агро» Сергей Верлеев. Они вручили бывшим узникам фашистских концлагерей цветы и символические подарки. Мероприятие было организовано муниципальным центром культуры поселка.